8 июля, в День памяти православных святых Петра и Февронии, некрасовцы отметили День семьи, любви и верности. Организаторы большого семейного праздника приготовили для взрослых и детей много необычных конкурсов и хороших подарков. Как прожить вместе долго и счастливо, пытался узнать и наш оператор. Ромашки, 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 цветы, иду и гадаю, любишь ли ты. По хорошей традиции на празднике, посвященном Дню семьи, чествовали супругов с большим стажем совместной жизни. В их числе награжденные медалью за любовь и верность Евгений Иванович и Ангелина Николаевна Соколовы, которые прожили вместе более полувека. Как вы думаете, какой секрет семейного счастья? Нет секрета особого. Любовь, взаимное уважение, верность, все, значит, это складываться, уважать друг друга. Так вот прожили мы. А вот для молодых влюбленных все только начинается. Победитель конкурса «Признание в любви» Руслан сумел так проникновенно выразить свои чувства, что растрогал не только жюри конкурса, но и свою девушку и еще многих зрителей. Я рад, что среди сапфиров нашел свой единственный бриллиант, идеальной огранки – тебя. Я хочу, чтобы всю жизнь ты была рядом и дарила тепло и радость моей душе. Спасибо Богу, что Он устроил нашу встречу и послал мне такое богатство, как ты. Я очень сильно тебя люблю. Также все участники праздника стали свидетелями необычного дефиле молодых жен, решивших тряхнуть, нет, не стариной, а пышными юбками своих свадебных платьев. Вчерашние невесты не зря сохранили белоснежные наряды. Все девушки, пришедшие на праздник в образе свадебных моделей, получили подарки от организаторов, заслужили всеобщее внимание и аплодисменты зрителей. Любви и счастья! Для детей был организован конкурс рисунков на асфальте, для родителей – познавательная викторина о жизни святых благоверных Петра и Февронии и множество других увлекательных состязаний. На празднике звучали замечательные песни о любви в исполнении любимых солистов и звезд районной сцены. Пусть повторятся поколения благословенной жизни дни. Храни Господь очаг семейный, любовь любимых охрани. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена.